ДТП произошло в Марий-Эл 30 октября на 15-м километре автодороги подъезд к городу Йошкар-Оле. На видео можно заметить, как 15-летний школьник пытается удрать от полицейских. Машина виляет из стороны в сторону, создавая опасность для других участников дорожного движения. Лихачу едва удается избежать столкновения с движущимся по встречной полосе газелью. Позже подросток все же не справляется с управлением и на огромной скорости вылетает в кювет. К счастью, серьезных травм юный лихач не получил. Берегите себя и своих родных, и не забудьте подписаться.